Всем привет, меня зовут Михаил, и сегодня мы хотим продемонстрировать, какой новый функционал появился в наших студиях, и это VR. Знакомый вам инструмент, но как по-другому он выглядит с развитием технологий. Сегодня это действительно то, что может помочь спикеру лучше раскрыть свою тему, дает возможность предоставления более интерактивного, интересного, легко усваиваемого материала. Работая с VR, мы получаем огромный пул инструментов, уже привычные нам и ставшие необходимым рисование. Это действительно невероятный опыт для вас и ваших слушателей. А пока перемещаемся дальше. Локация для различного рода преподавания предметов, наук. Мы можем как разбирать геометрические фигуры в плоскостях, посмотреть на их устройство, на то, как они собираются условно для человека, для работы с его именно представлением объектов, геометрическим представлением. И, например, для черчения. Этот инструмент, например, нам может помочь в работе по географии. Биология. Здесь еще более интересно. Мы можем посмотреть разные проекции человеческого тела, посмотреть его кровеносную, сосудистую систему, устройство его мышечных тканей. Мы можем рассматривать человеческое тело в различных проекциях, рассматривать отдельные его органы и по ним уже проводить наши занятия. Как множество интересного функционала дает такой инструмент, как VR. Хотите попробовать, что такое VR? Приходите в нашу студию, у нас есть бесплатный демо-час, где вы сможете попробовать для себя, как вы можете воспользоваться им для ваших занятий, вашего обучения. Если вы понимаете, что VR – это решение для тех задач, которые вы уже выбрали, записывайтесь в нашу студию в Москве и начинайте снимать контент в самом продвинутом формате для онлайн-обучения. А если вы хотите студию с таким инструментарием к себе в организацию, в ВУЗ, мы вам в этом поможем. Мы занимаемся установкой такого рода видеостудии под ключ уже 5 лет. Мы создаем видеостудии с интерактивными досками и теперь с VR. Мы получили консультации, сертификации от различных организаций для того, чтобы внедрять этот инструмент на высшем уровне. Поэтому обращайтесь к нам в организацию. Давайте работать вместе. Оставляйте заявки на нашем сайте, расспрашивайте наших менеджеров, развивайте онлайн-образование, развивайте дистанционное образование, делайте его более качественным, интересным и интерактивным. А мы вам в этом поможем. Компания «Видеодоска», Михаил, до новых встреч!